Я давно хотел тебе сказать. Люди в мире разделяются на две категории. Одни таскают уголь, а другие знают, где его взять. Один любит рок, другой любит сок, а третий идет по стране чудес. Четвертый поет о трех-четырех, но какой в этом прок? Какой в этом прок? Раньше у нас было так много комнат, полных людей, полных идей. А сейчас ничего, только рыба гниет с головы у фашистских детей. Дети минут никогда не поймут круговорота часов. И придут на порог, и сломают дверь, и расколят чашки весов. Они не верят в победы, добра над злом, как в победы зла над добром. Они знают, что у них есть только серый день, и они хотят жить этим днем, эти минут. И один все кричит, а другой все молчит, ну а третий торчит, забивая болты. О машине, которая шла на восток, обломали рога менты. И я хотел бы спросить, почему и зачем ты повесил на грудь золотую медаль? В этом зале все думают так же, как ты, а ты смотришь вдаль, ты смотришь вдаль. Дети минут никогда не поймут круговорота часов. И придут на порог, и сломают дверь, и расколят чашки весов. Они не верят в победы, добра над злом, как в победы зла над добром. Они знают, что у них есть только серый день, и они хотят жить этим днем, дети минут. Люди в мире разделяются на две категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. А еще я хотел бы узнать, почему так легко променяли мы море на таз, но друзья тут же хором ответили мне: ты не с нами, значит, ты против нас. Если это проблема, то она так мелка. Если это задача, то она так легка.